Добрый день! Вы на канале Олина Нитка. Меня зовут Ольга. В этом видео я покажу вам приемы работы крючком. Как набирать воздушными петлями и вязать столбиками без накида. Итак, приступим. Первое, о чем хочу рассказать, это выбор инструмента. Крючки бывают разных размеров. Это зависит от диаметра крючка. Например, я сейчас держу крючок под номером 7. Для того, чтобы правильно подобрать инструмент, необходимо взять ниточку и вот так вот надеть на крючочек, подцепить крючком. Мы видим, что крючок, ниточка полностью вот сюда вошла в крючок, да? Крючок ее зацепил. А вот если мы возьмем крючок меньшего диаметра, ну, например, вот такой, то увидим, что он не захватывает ниточку. Поэтому этот крючок будет маловат. Итак, начнем набор воздушными петлями. Для этого сделаем петельку вот так. И придерживая пальцем левой руки, вводим крючок в эту петлю. И снизу, подхватывая ниточку, протягиваем через эту петлю. Затягиваем, но не сильно туго. Теперь, придерживая указательным и большим пальцем левой руки, захватываем также ниточку снизу и протягиваем через петлю. У нас образовалась новая петля. Ее можно немножечко вытянуть, но не сильно, чтобы крючок свободно проходил. Видите? Вот. Снова подхватываем снизу, протягиваем. И так набираем цепочку нужного нам размера, нужной нам длины. Предположим, нам нужно набрать 10 петель. Набираем 10 петель и еще одну петельку подъема. Ее мы не считаем. Она нам нужна для того, чтобы повернуть вязание. Вот. И столбики без накида, которые мы будем вязать в эти петельки, они сравнялись, чтобы первая петля у нас не выступала. Итак, крючок можно держать разными способами. Сейчас я держу его как ручку. Можно также держать как ножик. Вот таким образом. Попробуйте, какой способ для вас является самым удобным, и выберите его. Когда я вяжу крючком, то обычно чередую тот и другой способ. Например, когда пальцы устают, я беру крючок как ножик. Когда от этого способа устают, то я беру крючок как ручку. И таким образом в процессе вязания пальцы устают не сильно. Вводим крючок не в эту петлю, которая следующая идет после нашей петли на крючке, а через нее. Помним, что вот это у нас петля подъема, поэтому мы ее пропускаем и вводим следующую петлю вот сюда. Ввели крючок, также снизу подхватываем ниточку, протягиваем через крючок, через петлю. Теперь у нас на крючке две петли. Мы должны снова захватить нить снизу и протянуть эту нить через две петли. Получился столбик без накида. Снова вводим петлю, снова вводим крючок в следующую петлю, протягиваем ниточку, у нас две петли. Снова вводим крючок
и протягиваем через 2 петли. Две петельки, ввели крючок, зацепили ниточку, протянули. Стараемся натягивать нить одинаково, для того чтобы петли получались одинаковой величины. Если они будут разного размера, то полотно в результате будет кривое. Так вяжем до конца ряда. Когда мы провязали несколько столбиков без накида, то можно свободными от работы пальчиками придерживать вот так полотно, а вот этими пальчиками рабочими держать крючок. Таким образом мы натягиваем наше полотно, нашу цепочку из воздушных петель, и вставлять крючок в петельку становится легче. Когда провязали последнюю петлю, делаем воздушную петельку, это петля подъема. Разворачиваем вязание и снова вяжем столбиками без накида, вводя крючок в следующую от подъемной петли. Вот сюда ввели крючок, вытянули петельку. Еще раз захватили ниточку, протянули через 2. И так вяжем до конца ряда. Если вдруг вы связали столбик с ошибкой, ну, например, слишком вытянули петлю. Видите, получилось у нас вот одна стенка петли провязанной, одна стенка столбика без накида получилась слишком вытянутая, а другая нормальная, да? В этом случае вытаскиваем крючок из петли, тянем за ниточку, распускаем этот столбик, вводим крючок и вяжем его заново. Следим, чтобы столбики получались одинаковыми. Вот, видите, и одна, и вторая ниточка, стеночки столбиков, они должны быть одинаковые. Провязали. Вот я дошла до последней петельки, я ее провязываю и выполняю петлю подъема, то есть вяжу воздушную петлю. Разворачиваем вязание, первую петельку пропускаем, вводим крючок во вторую и вяжем столбики без накида. Так вяжем до нужной высоты. Например, если мне нужно связать 10 или 15 рядов, я посчитаю потом или буду вести учет, записывая себе в блокнотике, да,
провязала один ряд, поставила единичку, да, например, или палочки, рисуем кому как удобно, или используем счетчик рядов. А можно, провязав несколько рядов, посчитать. Один, вот это первый ряд, это второй ряд у нас, это третий ряд. Я связала небольшой прямоугольник, и теперь необходимо измерить его ширину и высоту. Итак, я набирала 21 петлю. Измеряю образец полностью. У меня получается 15 сантиметров. То есть в 15 сантиметрах умещается 21 петля. Для того, чтобы посчитать плотность вязания в ширину, количество петель в 1 сантиметре, мне необходимо 21 петлю разделить на 15 сантиметров. И таким образом я узнаю, сколько петель содержится в 1 сантиметре. Аналогичным образом измеряем высоту. У меня высоту 10 сантиметров. Посчитаем, сколько это рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Итак, в 10 сантиметрах у меня помещается 12 рядов. Значит, чтобы посчитать, сколько рядов в 1 сантиметре, необходимо 12 рядов разделить на 10 сантиметров. Диаметр инструмента очень влияет на плотность вязания. Рассмотрим два образца, которые я связала разными инструментами. В первом случае я связала образец крючком номер 9. И смотрите, что получилось. Получилось очень рыхлое полотно. Вот очень много просветов между петлями мы видим. Оно очень пластичное, мягкое и рыхлое. А вот полотно, связанное крючком номер 5. Я набрала то же самое количество петель, и посмотрите, какой получился образец. Он практически не пластичный, но при этом хорошо держит форму и очень плотное полотно. И посмотрим, какая разница в этих полотнах, хотя количество петель абсолютно одинаковое. В зависимости от того, какое изделие вы хотите связать, выбираем подходящий номер инструмента. Например, если вам нужен какой-то очень уютный, мягкий кардиган, или, например, вы хотите связать плед, чтобы он при этом был очень нежный и мягкий, то вам вполне подойдет вот подобное рыхлое полотно. Если же вы будете вязать, например, жакет или пиджак, или пальто, и хотите, чтобы полотно хорошо держало форму, то тогда номер инструмента должен быть меньше рекомендуемого. Сейчас сравним эти два полотна с тем, которые мы связали. Это получился средний вариант, связанный крючком номер 7. Он достаточно пластичный, при этом неплохо держит форму, не так, конечно, как вот этот образец, но все же, вот этот образец, связанный крючком номер 7, подойдет для вязания различных плечевых изделий или, например, мягких жакетов, может быть, предметов интерьера, всевозможных аксессуаров. Поэкспериментируйте с плотностью вязания, с выбором инструмента и посмотрите, какой вариант вам подходит больше всего для вязания того или иного изделия. Обязательно записывайте результаты в блокнот, чтобы потом вы могли легко выбрать инструмент. Итак, 21 петлю разделим на 15 сантиметров. Получится 1,4 петли. Значит, в 1 сантиметре
содержится 1,4 петли. Теперь посчитаем плотность в высоту. Для этого количества рядов у нас 12 разделим на высоту в сантиметрах, на 10 сантиметров в нашем случае. Получается 1,2 ряда. Таким образом, в 1 сантиметре в высоту 1,2 ряда. Когда мы будем вязать изделие, и деталь изделия, к примеру, должна быть в ширину равна 20 сантиметрам, значит, мы должны эти 20 сантиметров умножить на нашу плотность вязания в ширину, на количество рядов в 1 сантиметре, то есть на 1,4 петли. Если деталь, к примеру, в высоту, должна быть равна 30 сантиметров, то мы должны эти 30 сантиметров умножить на нашу плотность вязания в высоту, то есть на 1,2 ряда. В первом случае у нас получится какое-то количество петель, которое мы должны будем набрать для вязания детали изделия. А во втором случае у нас получится значение, то есть количество рядов, которое нам необходимо будет связать, чтобы набрать нужную высоту изделия.